Вітаємо усіх глядачів і глядачок Суспільного. З вами Рефрен. Іспанський поет-модерніст Антоніо Мачадо якось написав: «А мистецтво – це тільки гра, подібна до життя, подібна до вогню, палаюче полум'я багаття». Отже, що нам вдалося роздивитися у полум'ї мистецькому цього тижня, дізнаєтеся у найближчі кілька десятків хвилин. А у гості до студії «Рефрену» ми запросили художницю та арт-терапевтку Наталію Коробову, із якою поспілкуємося про те, як мистецтво образотворче здатне впливати на нашу підсвідомість. Отже, поїхали! Одеса Фотодей – подія, яка збирає фотографів, кураторів та любителів фотографії з усього світу. Вже за традицією, після експонування в Одесі, головна експозиція фестивалю відправляється в тур Україною для того, щоб її побачили якомога більше глядачів. Запоріжжя стало другим містом, до якого завітала команда Одеса Фотодей з експозицією «Точка зору». На ній побували і кореспонденти UA Запоріжжя. До Запоріжжя завітав Одеса Фотодейс. В рамках туру Україною в краєзнавчому музеї відкрилась головна виставка цього фестивалю під назвою «Точка зору». У трьох залах музею представлені 11 серій робіт авторів з різних куточків світу. Міжнародний фотофестиваль «Одеса Фотодейс», присвячений сучасній фотографії, він проходить вже п'ятий рік поспіль в Одесі у квітні. Щороку ми маємо розгалужену програму, яка об'єднана однією темою. І під цю тему формується головна експозиція. Цього року темою фестивалю відповідної експозиції була «Точка зору». Власне, це те, що ми привезли у Запоріжжя. І ми намагаємося після вже проведення фестивалю в Одесі, щоб якомога більше людей по всій Україні могли побачити цю виставку. Запоріжжя – це друге місто після Хмельницького, в якому експонується ця виставка. Всі 11 серій фотохудожників з Німеччини, Італії, Мексики, України, Венесуели, Канади, Франції та Греції, які були відібрані зі 192 заявок на участь у фестивалі, наразі можна побачити у стінах краєзнавчого музею. Директор Запорізького обласного краєзнавчого музею Михайло Мордовський відзначає високий рівень представлених світлин. На його думку, саме таким має бути сучасне фотомистецтво – строкатим та різножанровим, з особливим поглядом на об'єкти зображення та з використанням оригінальних художніх прийомів. Ми звикли, що фотографія – це світлина, яка відбиває дійсність. Да? На ній звичні речі, там, пейзажі, портрети. Тут концептуальне мистецтво, я б навіть сказав таке от, ну, можливо, не кожному буде зрозуміле, але тим не менше досить цікаве, і якщо заглибитися у концепції і у ту історію, яку хотів автор розказати, то все стає на свої місця і, ну, досить цікаво розглядати і вчитуватися у той контекст, який представлений на цих фотографіях. На відкриття виставки завітало чимало місцевих фотографів та фотохудожників. Ірина Дорогокупля – прихильниця жанру концептуального фото. Розповідає, особливо сподобалась та надихнула світлина з трьома стільцями. Я її обов'язково хотіла посетити, так як це міжнародна. Я її обов'язково хотіла відвідати, так як це міжнародна виставка. Тут навіть українець є, який учасник. Дуже багато концептуальних фотографій і контрастних таких зі змістом. Тому є на що подивитися. Долучитися до сучасного мистецтва у запоріжців буде можливість до 14 вересня. Радимо відвідати усі три зали та прихопити з собою фотоапарат. На фоні фоторобіт виходять гарні світлини. Отже, сьогодні гостею «Рефрену» буде Наталія Коробова, художниця і арт-терапевтка. Доброго дня. Доброго дня. Добрий день. Ну що, розпочнемо? Да. Одразу таке питання. От коли ви вперше відчули, що ви будете художницею професійною?
Ну, это было не так рано. Это было в классе пятом, наверное, шестом. Что-то вот родители меня оставили одну и приехали, уже были везде разложены пачки картин, работы, листов разными техниками. Вот, видимо, одиночество, вот когда остается ребенок один, ну, в благоприятных условиях, конечно, происходит потребность какая-то что-то делать. Ну, ваш батько Володимир Коробов, да, ну, это, конечно, способствовало. Був знаменитим художником, да. І ви весь час бачили, як він працює. Тобто, ну, він як він вплинув взагалі на ваш вибір професії, відмовляв, ну, как бы, чи спонукав? Ні, ніколи не відговарював, ніколи ні к чому не склоняв, не призивав, как бы оставив це мені на мій вибір. І, звісно, мав впливання. Звісно, я смотрела, мені було цікаво. Ну, как бы меня это сильно не трогало. Потом вдруг я начала заниматься. Я лепила очень много. И даже когда я приехала в художку поступать, папин друг, скульптор, говорил, отдай мне ее в скульптуру. Ну, по рисунку, по тому, как я строила композицию, видимо, он почувствовал, что форма мне близка. Ну, вот так случилось. Живопись оказалась. Мой муж, кстати, когда возил мою выставку, помогал мне, делал рамы, он говорил, какое счастье, что ты не скульптор. Потому что вес – это другой вообще объем. А взагалі до скульптури ніколи не були дотичні? Ну, тобто, от вже коли сформувалися як художник, пробували себе у скульптурі? Ні, вже ні. Я тільки єдине, я робила для театру кукол макети, рисунки. І от там, так, да, я пробувала. Получились дуже хороші кукли. А нещодавно у Запоріжжі Сіті Хабі відкрилася ваша виставка чергова «Коробова.com.ua». Да. От завжди цікаво, як художники, художниці, початківці от реагують на свою першу виставку. А от зараз, коли у вас чергова виставка відкривається, що ви відчуваєте? Вот всегда огромный интерес, потому что картины меняются в разном пространстве, с разными зрителями. И вот сколько мы замечали даже в музее, развешивая картины, вот их отобрали, поставили в ряд, они все стоят, но все как бы уже ты понимаешь, что это ты их знаешь. И вдруг, когда они поднимаются на стены, висят на стене, и свет на них идет, они становятся какие-то совершенно другие. Вот что-то из них достается вообще другое. И потом вот... Как бы картины, знаете, от чего деньги зависят? Как на них смотрят люди? Я заметила, даже в студию ко мне приходит человек, которому это не очень интересно. Ну вот он пришел по какому-то своему вопросу, и картины так жух, как-то захлопнулись. Закрылись и сидят. Как только вдруг обращают внимание, как будто раз дверь открыли. Это, наверное, вот как мы люди, они же живые картины, у них есть энергия, мы сколько раз проверяли. Если человек не готов общаться, мы как бы раз и закрываемся. Да? Да, такие створки, такие бык внутри. И вот, наверное, картина так. Это совершенно другое, по-другому они выглядят. Потом рядом с какой картиной они висят. Удивительно. А буває от відчуття якесь, оце вдала виставка, чи це не вдала? Ну, тому що я знаю, як, наприклад, виходячи на сцену, навіть одна і та сама вистава, один раз виходиш, відчуваєш одне, інший раз зовсім друге. Ну, в театрі це більш ощутимо, тому що там від кожного чоловіка енергія, робота, яку кожне произнесене слово, в якому стані. Здесь немножко по-другому. Удачна или вдала выстава, театр, это когда приходят люди и реакция людей. Вот бывает так, вовремя сделанная выставка, вовремя пришедшие люди или никого нет на выставке. Ну вот если никого нет, то это не очень удачно, конечно. Или время подобрано не так, или экспозиция. Но я заметила еще такую вещь интересную. Есть картина, ты ее выставил, и на нее просто как магнитом, ее все видят. А потом на другой выставке она вдруг раз ее не видит. Потребность именно общения с этой картиной в этот период, в этот день может быть в такой обстановке, то ли социальной, то ли временной, я не знаю, может быть, Марс не там стоит. Вот раз, и она как будто ее не видно. Это очень интересно. Вот наблюдать за этим, это очень интересно.
Пам'ятаєте перший раз, коли ваша картина виставлялася на виставці? Ще б, звісно. Я тільки закінчила школу художественную, і була моя перша виставка буквально через місяця 4, як я закінчила художку. Це мені було 19-18 років. Я делаю ту картину, и она каким-то чудом проходит на выставку в Киеве. Это республиканская выставка, там сидят такие метры. Это вообще, ну, просто светило украинского живопису. Там, ну, Яблонская, там, ну, просто все. И вдруг мою картину берут на выставку, и я уже, как член вообще большого коллектива, и потом вечером пошли отмечать в ресторан, и я сижу, там папа мой сидит. И сидит мой директор школы, и папа смеется, а мне говорят, ты что будешь пить? А я думаю, ну нифига себе, рядом с директором школы, вот только-только. И папа говорит, ну что, ты теперь уже можешь пить как коллега со своим директором. Я подумала, да, ну вот надо же, как быстро, раз одно событие, и изменилось так много. Коли про вас пишуть, у матеріалах зазначають радянська і українська художниці. Це от просто маркування епох, у яких ви працювали, працюєте? Не чи я думаю, це не тільки. Періоди такі? Маркування епохи – це, звісно, тому що її не відмінити. Просто не відмінити. Що би не говорили, як би к этому не относились, вичеркнути це ні із житті, ні із історії, ні із культури невозможно, тому що це віддільний пласт определенного состояния и культуры. И просто происходит некая такая трансформация, и теперь мы уже стали украинские художники все, поскольку наша страна отделилась, к счастью, от всего этого монстра. Хотя мне там было комфортно во многих вещах, при том, что меня в Союз не принимали, там еще куча было проблем там своих, ну, в социуме, именно в государственном, в структуре государственности. Но, тем не менее, было во многом для художников комфортно. И, конечно, стилистика менялась. Ну, очень много. Но сейчас моя, кстати, одна из советских картин, это была моя вторая картина, большая, огромная, почти 2 метра. Она в украинском центре в Нью-Йорке, была выставка, она висела на Манхэттене, открывала выставку советского реализма. И потом мне позвонил один коллекционер, попросил сделать ему копию, но я отказалась. Потом я подумала, что я бы сделала вариант, но я потеряла его, все адреса. Он сказал, что моя картина была на всех буклетах, на всех афишах. Тоже очень приятно. Вот так как-то происходит в жизни. От ви казали, що вас не приймали у спілку художників. Я читав навіть, що за вами слідкувала КДБ. Да, всі були. Це якась була свідома опозиція, чи ну, це така вічна доля художника у фронті до влади знаходиться? Ну, так случилось, я думаю, що, ну, во-первых, многих раздражало, що мені 20 лет, а я вже учасник крупнейших виставок. А когда уже был автопортрет с яблоком, еще и известность на весь Советский Союз. Да, давайте расскажем. Опубликованный был уже в юности и в Советском Союзе. И это, конечно, многих просто очень раздражало. Просто раздражало. И, конечно, личность папы сильно раздражала. Его держали на голодном пайке, как только удачная картина, вот его эти знаменитые «Чайки». Это все, работу ему просто не давали. И мы сидели там, мама собирала эти копейки, но на краски всегда были деньги. Вот, и поэтому это все как-то вот менялось, ну, не принимали, сведомо или нет. Ну, у меня был друг, теперь уже очень известный поэт, Цветков Алексей, Челышев Виталий. Вот мы сделали вечер, Яша Шубин, вечер поэзии придумали, был он в Орбите. И ребята мне предложили, говорят, давай выставку сделаем. И там было 4 человека. Толя Сергиенко, сейчас он народный художник в Мурманске, ой, в Североморске он живет. Прекраснейший художник. Они его отсюда просто вытравили. И когда они мне еще говорили о том, что вот там упоминание с жидовскими мордами, делами, у меня мама еврейка, я говорила, а что же вы своего Толю Сергиенко, такого талантливого парня, отсюда просто выкинули с Украины? И ему повезло, потому что он там смог раскрыться.
и картину, у него король Дании, по-моему, купил картину, и выставки все у них там просто роскошно. Он мне подарил свою книгу, приезжал. И был Витя Заруба, и скульптор, боже мой, сейчас вспомню, чудесный, тоже скульптор, его уже нет в живых. Мы вчетвером сделали выставку. Ее закрыли через день. Потому что там был мой автопортрет, они его сказали, что это черти что, и сбоку бантик. Вообще, потом на портбюро меня вызвали, говорили, Наташа, портор говорил, ну ты же симпатичная, ну что ж ты себе такое белое лицо нарисовала дурное. Ну такое нарисовала. А у Толи была чаша, которая прочитывалась как чаша Христа. И, конечно, это все сняли. А ребята читали свои стихи, и были пленки, и снимал Леша Малахов. К сожалению, они исчезли. Там был весь вечер записан. Ну, Леша Цветков просто очень известный поэт сейчас в зарубежье. Его часто вспоминали с Бродским рядом. Очень по-настоящему интересный, классный, большой поэт. И вот как-то объявили нас антисоветчиками. Хотя, в общем, сказать, что мы там боролись, стояли с транспарантами, ну, как бы у нас были другие взгляды. Там. Честно говоря, я не понимаю, почему абстрактное искусство не несло угрозу Советскому Союзу. Ну, пятнышки. Ну, чем эти пятнышки вообще могут помешать? Или линии Малевича? Ну, чем они могут разрушить Советский Союз? Дурь полная. Ну, вот так как-то все потом выровнялось. А зараз творчие цензуры не існує? Нет. Творчие цензуры не существует. И мне кажется, в некоторых вещах зря. Потому что, хотя всегда цензура, она опасна, она всегда вот по краю. Ну вот вы знаете, есть вещи, которые, они настолько деструктивны на самом деле для психики людей, детей, что тут бы, конечно, следовало посоветоваться с психологами. Но опять же, это грань. А где эта грань? Где грань эротики, порнографии? Понимаете? Вот я считаю, например, никак не соберусь написать какую-то статью по этому поводу, что современные образы, например, мультипликации, они во многом очень разрушительны для психики. Очень. Потому что все-таки канон эстетики, он неизменен. И объясню даже почему. Мой друг, у меня есть друг, он профессор, математик, он сейчас потерялся в связи с этими развалами. Он как-то приехал в Запорожье и сказал, представь, выведена формула эстетики. Она доказана математически. Ну, я уже не говорю о золотом сечении. То есть, раз это существует, значит, мы вообще и наша психика, и наше тело, до речи, вообще сделано, если просто рассказать, ну, там два запястья, шея, колено, две шеи, талия. Ну, вот это Венера. Это математика. Так сделан человек. Поэтому и его психика, она тоже вкладывается в эти маркеры. И когда их нарушают, разрушают, естественно, происходит дисбаланс внутри человека. А вы психотерапевтка дипломована, насколько я разумею? Психоанализ. Психоаналитик. Да. Вы проводите заняття з арт-терапії. Да, это очень интересно. От розкажіть, психоаналізом ви вирішили займатися, щоб якось творчий горизонт? Ви знаєте, вообще это мне всегда было очень интересно. Психика. Как она устроена? Очень много читала об этом. И когда я пришла в психоанализ, я поняла, насколько мы вообще структурированы. И как, когда нарушается, это, кстати, вот как структура этики и эстетики. Это то, что мы как бы не видим, но это существует. Мы же отличаем хороший стиль от плохого все-таки, но это уже воспитанность такая внутри нас. И в арт-терапии, в психоанализе происходит понимание структурированности личности. Что в этой структуре, когда происходит разлом структуры, то происходит и разлом психики. И это очень... Вообще-то очень интересно, работать с этим интересно. Вот вы занимаетесь арт-терапией с детьми. Ну, для детей взагалі властиво творчестью займатися, а для дорослих, тоже, у дорослому да, віці это... малювати, це також якийсь терапевтичний ефект? Это обязательно. У нас есть такой известный очень доктор Володя Недельский, психиатр, женской психикой он занимался. Вот. И он как-то пришел ко мне, это он, первые мои беседы о том, что такое
психическая и культура картины, например, изобразительное искусство. И он смотрел, смотрел, мы дружили, и он говорит мне: я сейчас тебе могу рассказать все, что с тобой происходило, когда ты писала любую из этих картин. И об одной он мне рассказал, это было абсолютно точно. Это колорит, месторасположение предмета, выбор композиции. Это все вместе говорит о том, что с нами происходит. И что происходит дальше? Я вешаю картину, например. Ну, сейчас говорим о картине, не о книге, мне это как бы ближе. Приходит человек, и у него есть некая проблема, которая, скажем, на уровне энергии, и у него фонит. И вот здесь происходит включение. Или ему эта картина помогает, или ему что-то она может подсказать. Но, по крайней мере, происходит вот этот обмен знаниями, энергиями, системой. Уявімо, що я із нашими глядачами вперше прийшли до вас на заняття з арт-терапії. Яке перше завдання ви нам дали? Перше завдання я завжди даю. У мене вийшов такий тест, коли я читала лекцію о том, что такое цвет и бессознательно, архетип и цвет. Я увидела, когда все рисовали, я дала задание, чтобы рассказать, что такое там красный, желтый, синий, зеленый. Они выбирали цвета. Вертикали и горизонтали. И я вдруг поняла, что я вижу, что со всеми происходит. И потом женщина рисует свой образ. Я говорю: а что, у вас болят ноги? Она говорит: да, очень болят, це в мене від мами. И тут мы стали, у меня была литература, и я вот когда обратила на это внимание, я стала с этим работать. Вот это первое задание было бы нарисовать вертикали, горизонтали, выбрать цвета. А как вы догадались? Не знаю. Интуиция, уже определенные знания. Как я слушала недавно чудную лекцию об интуиции, что все-таки интуиция бывает нас подводит. Но в принципе это опыт. Сейчас забыла фамилию этого профессора, он сказал, это не касается творческой интуиции, когда происходит открытие. Мне трудно сказать. Это в тестах, например, вертикаль – это точно наше развитие, способность наша к развитию. Горизонталь – это наш отдых. И мы считываем картины, нам нужен отдых, мы выберем картину там, где больше будет горизонтали. Если нам нужна стремительность и развитие, мы выберем вертикали или диагонали, которые говорят о контакте и развитии. Есть особые правила, есть такая книга Арнхайма «Визуальное восприятие искусства». Там очень четко описано все, что происходит. Кстати, на сцене всегда более важное происходит в левой части сцены. Почему? Это просто надо смотреть, какие тут полушария, мозг, как он включается. Пані Наталі, дякую вам. Дуже швидко якось промайнула наша бесіда. Пообіцяйте мені обов'язково, що ви прийдете до нас і ще раз в гості. Я з удовольствием. Це дуже цікаво, коли ти сам учишся і можеш чому-то навчити інших. Це замечательно. І давайте нашим глядачам нагадаємо, де і коли ще можна побачити вашу виставку наживо в Запоріжжі зараз, яка триває. В Запоріжжі зараз можна побачити виставку. Це центр туризму і інформації. Это бывший магазин «Современник», некоторым такой ориентир книжный. Это площадь Маяковского и «Между Украины». Пожалуйста, приходите. Дякую вам. С 10, по-моему, до 8 вечера. Если захотите, можно будет мне позвонить. Там чудная совершенно Лена Заставная в этом зале. И я приду, мы, может быть, даже какую-то лекцию организуем. Дякую вам за дуже цікаву бесіду. Спасибо большое. Ну, а для наших глядачів у нас є ще дещо цікаве. Зазвичай термін «хендмейд» асоціюється у нас зі створенням прикрас та сувенірів, хоча його можна вжити до будь-чого, створеного власними руками. Ось так житель Білої церкви Олександр Дорошенко власноруч створює хендмейд-гітари, які водночас є і музичними інструментами, і витворами мистецтва. Нещодавно його проект «Universum Guitars» презентували і в Запоріжжі у музеї музичних інструментів «Барабанза». Отже, подивимося про цей сюжет. Авіаційний інженер із Білої церкви Олександр Дорошенко власноруч створює електрогітари. Чоловік в юнацькі роки грав у рок-гурті, але згодом полишив це заняття. Довгий час жив за кордоном, а коли повернувся на батьківщину, вирішив створити український гітарний бренд. Розповідає,
Така ідея з'явилась після знайомства із запорізьким майстром Леонідом Гавриловим. Тож Олександр започаткував проєкт, який назвав «Universum Guitars». Сталося це 3 роки тому. Есть такое понятие, как золотые пропорции, золотое сечение. Є таке поняття, як золоті пропорції, золотий перетин. Напевно, багато хто про це чув, але, на жаль, нам глибоко ці знання не давалися. Але мені пощастило свого часу ці знання отримати, і я вирішив створити методику розрахунку, саме електрогітар. Іменно електрогітар. Олександр вважає, саме математичні розрахунки забезпечили гарний вигляд і звучання його інструментом. На своєму міні-виробництві він не женеться за об'ємами. За рік разом із помічниками виготовляє близько 100 гітар. Як сировину використовує українську деревину – вільху, ясен, тополю, липу. Особливу перевагу Олександр надає закарпатському клену. В оздобленні використовує перламутр, позолоту та африканське чорне ебенове дерево або гебан. Інструменти бренду Universum не продаються у мережевих магазинах. Такі гітари потрапляють у колекції поціновувачів унікальності. Одним з таких є відомий в Запоріжжі колекціонер музичних інструментів Денис Васильєв, який, власне, запросив майстра Дорошенка до нашого міста. Ми взяли такий унікальний інструмент, як топшур, який прапрапрародич, мабуть, більшості гітар. Ось, і ми в музеї будемо проводити музичну арт-резиденцію, де збираємо майстрів, які виготовляють музичні інструменти. Саме Олександру ми запропонували взяти участь, і він з радістю відгукнувся прийняти участь. Наразі Олександр завітав до нашого міста, аби зустрітися у тісному колі запорізьких музикантів. За час його візиту вони вже змогли оцінити звучання Universum Guitars. Гриф чувствується хорошо. Внешня, конечно, гриф відчувається добре. Зовні вона дуже незвична. Я таких гітар навіть не бачив ніколи. У руках лежить достатньо зручно. Грає хоч незвично для мене, грає добре. Для мене, ну, грається хорошо. Ось такі мистецькі історії, але на цьому у нас все. Програма «Рефрен» прощається з вами до наступного тижня. Па-па!